Вот эта семейка у меня, ну, не очень благополучная, короче. Матку они выводили, но я сам маточники сорвал. И, короче, оставил им, сорвал, ну, поставил бегудюшку. Ну, короче, ничего не получилось. Вот, и решил сделать как. Сейчас покажу, сейчас я сниму крышку. Короче, что я сделал первоначально? Взял, убрал все рамки, отнес на 20 метров, расстелил простынь, стряхнул всех пчел, поставил две пустые без проволоки рамки, вот, и посадил туда в клеточку пересыльную, подвесил на одну рамку матку, вот, плотную. Сейчас покажем, что там. Такое у них состояние. Сейчас они сидят. Короче, вон маточка внутри. Вот, но я пока не открывал. Вот пчелы гурьбой висят. Сейчас я попробую показать. Вот так вот шубы висят. Вот. Короче, как-то так. Маточка там вон ходит, я вижу. Может быть, и вы увидите. Вон белая точка. С белой точкой, меткой. Вот. Как бы так. Ну, посмотрим, что будет. Вот. Пчелы, тут у меня одна рамочка была, даже вон сотик какой-то был там. Тоже она стояла. И вот второй. Посмотрим, что у нас тут получится. Короче, как-то так. Завтра я решил открыть пересыльное отверстие, ну, которое пройдет. Ох, даже моль он бегает, они ее гоняют. Так, как-то так. Завтра покажу продолжение. Вечер, что тут у нас получилось. Мы еще не проели. Я смотрю. Канди. Или проели, что-то я не вижу. Но матки уже нету там, да? Матки нету. Значит, проели. Так, смотрим. Так, я смотрю, тут уже у нас с обножкой пчела. С обножкой уже пчелка. Сейчас посмотрим. По-моему, матку выпустили уже. Да. Да, матки уже нету. Кади они прогрызли, пчелки там гуляют.
Так, матки нету. Сейчас будем пробовать ставить им рамки. Вот за день пчелки успели, сейчас вам покажу, наносить нектара. Сейчас будет видно, блестит. Может быть, будет видно сейчас. Ну, вот здесь вот, вот. Видите, вот нектар. В ячейках. Вот блестит. А вон и маточка. Вот она ползет. Сейчас. Черненькая. Вон она. Видите? Вот маточка. Вот она, вот она, вот она. Так что успел я ее заснять даже. Все ее приняли, все нормально. Все хорошо. Так что все у нас будет хорошо. Вон она, маточка. Ползает. А вон она. Туда-сюда ползает маточка. Сейчас заберется. Вот она идет. Вот маточка. Видите, да? Все тут нормально. Ну и все. Вот так вот, вот такими действиями мы и исправили отрудневевшую семью. Такие рамочки стояли у нас. Так, теперь мы сейчас поставим рамочки. Вот. И поставим им. Ну, вот даже пчела там ножка прилетела. Где это? Сейчас наведу. Вот, с обнорочкой. Так что все будет нормально сейчас. Так, семьи мы собрали. Рамки поставили. Скажем так. Поставил я еще кормушку. Почему поставил кормушку? Ну, рамки откачанные, но не осушенные. И кормушку поставил, специально откачивал, чтобы пчел активизировать. Чтобы пчел активизировать. Вот как бы так вот. Так, матка, как раз сейчас рамки ставил. Зашла, видно, на рамки. Слышал, как она там пи-пи-пи. Вот, команды какие-то давал уже. Ну, видите, пчелы к ней относятся, к своей родной матке. Вот, как бы так вот. Вот я сейчас покажу две рамочки. Вот что они на них поналепили. Такие язычки. Вот на это были язычки на первой. Но не такие длинные. Вот. Ну, вот видно нектар. Что там наносили они по чуть-чуть уже. Ну и с обножкой стали летать. Так что уже хорошо. На этом мы считаем, что семью исправили. Один из способов подсадки маток, исправления от отрудневения. Вот как бы так вот. Литочки я нижние особенно сейчас прикрою вообще на поменьше, на единичку, наверное. Так вот, на полторы пчелы. Вот.
Ну а впоследствии потом посмотрим, может быть, даже подсилим рамочкой расплода. Так что все должно быть нормально. Вот, спасли семью. Вот как бы так вот. На этом все. Всем пока-пока. До новых встреч.